Безответственный маршрутчик может стать фигурантом уголовного дела из-за разбитого окна. Он проигнорировал требования инспектора ГАИ вставить стекло в салоне маршрутки. Ведь это техническая неисправность. И когда попался вновь за нарушение, был задержан. У меня стекло разбито. Сегодня мы уже разбили стекло. Стекло разбили? Маленькое стекло, да. Из-за этого привезли? Да. У меня пассажиры были из-за того, что я не знал, что это нельзя. Я скотчем перемотал его. Первый раз этого маршрутчика остановили на улице молодогвардейцев. Новоиспеченному гражданину Российской Федерации объяснили, что возить пассажиров в машине с технической неисправностью недопустимо. На нарушителя составили протокол, но то ли шофер не понял, то ли проигнорировал предупреждение служителей закона и отправился дальше в рейс. Через пару часов его снова остановили, на этот раз другой экипаж ГИБДД. Вместо стекла была натянута пленка и скотчем закреплена в проеме окна. Также сотрудники ГИБДД проверили еще десятки маршрутчиков. У большинства выявили нарушения. Сказали за колесо, не знаю. А что с колесом? Трещина на колесе. Цели данного мероприятия – это выявление, пресечение, нарушение правил дорожного движения водителей маршрутных транспортных средств. На всех нарушителей составили протоколы. Теперь водителям и транспортным компаниям придется оплатить штраф.